Всем привет, мои хорошие, с вами Акемили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас, значит, мясные шарики. Я специально попросила маму приготовить это блюдо для мукбанка. Также у нас здесь вот такие вот штуки, из которых делают чак-чак. Они похожи на насекомых каких-то. На самом деле это просто из теста делается. Прям сегодня и выложу для вас это видео, потому что материала нету готового. На улице пасмурная погода у нас в Баку. Люди унылые ходят. В общем, как-то так. Кушать я буду палочками, дабы имитировать, что я кушаю роллы. Под прошлым видео я немножко была в шоке от комментариев, если честно. Мне прислали бесплатно роллы на обзор. И некоторые люди прям настолько разозлились этому, что почему тебе кто-то что-то присылает бесплатно. Как так? Почему? Видео не было спонсированным. Роллы действительно выглядели очень-очень аппетитно. Очень были вкусными. Почему такая реакция у людей, я не знаю. Не у всех, конечно. 4-5 человек мне написали. Бесплатно тебе роллы прислали. Халява, да, вот как. Не буду смотреть, потому что ты не сама купила их. К чему такая агрессия? Я не знаю, если вы действительно меня любите, вы должны были за меня порадоваться. Вот. У других блогеров чуть ли не в каждом видео какая-то интеграция, покупное видео, и что, я не вижу здесь ничего плохого. Почему такая реакция? Вы, например, ходите на работу, вы же получаете зарплату. А моя зарплата — это реклама. То есть к этому ко всему нужно относиться проще, на мой взгляд. Я не могу сказать, что все так отреагировали, нет, конечно. Но есть пара человек, которые, оказывается, тихо ненавидели меня. Вот честно, я предпочитаю таких людей блокировать. Тем более таких людей немного. Пусть будет на 5 человек меньше подписчиков, но зато качество будет намного лучше. Пусть останутся люди, которые действительно меня любят. Раньше никогда, кстати, вот так вот лук не кушала. А сейчас очень нравится. Ой-ой-ой. Здесь очень много картошки, поэтому они немножко разваливаются. Если вы хотите, мы можем снять рецепт. И
Еще я не стала кушать вилкой, потому что если вилкой я воткну, то он развалится. Знаете, еще что вспомнила? Вчера вечером лазила. Я хотела записаться на реснички. Наткнулась на одну страницу, которая прям мне так настроение подняла. Я понимаю, коронавирус и все такое, но я думаю, что в ближайшее время это все уладится, и я пойду делать себе реснички. Так вот, одна девушка, мастер по наращиванию ресниц, ставит целый пост, посвященный одной клиентке, которая записалась и не пришла. Она пишет ее номер, и вот, говорит, вот эта дама записалась и не пришла, не берет трубки, вот такая она, говорит, невоспитанная тварь и так далее. Потом я листаю вниз ленту. И там опять же такой пост, посвященный другой своей клиентке, которая записалась и не взяла трубку и не пришла. И в этом посте куча просто оскорблений. Да ты вот так вот умоляла меня, чтобы я нашла для тебя место, а ты потом в итоге не пришла, меня подвела, почему же у меня такие клиентки, такие безответственные, невоспитанные. Я читаю это все. Понятное дело, что я верю этому человеку, но... Даже если человек не пришел, зачем на своей странице вот так вот разводить негатив? Честно, я хотела к этому мастеру пойти, но после вот этих вот постов я решила, что нет, мне заняться нечем к ней идти, она какая-то неадекватная вообще. Я, конечно, понимаю, что это некрасиво, неправильно записываться, а потом не приходить, я сама никогда так не делаю, но... Даже если человек так поступил, ты его выставляешь, там, обсираешь, унижаешь. Может, человек в лифте застрял или в аварию попал. Конечно, я больше склоняюсь к тому, что человек просто не пришел, но все равно, не знаю, вот это вот оскорблять и все такое, это прежде всего унижать себя. Сколько я вчера смеялась. Каждые 3-4 фотографии такой пост с оскорблениями. Как же меня достали мои клиенты неадекватные. Ужас. Чисто случайно увидела. Она поставила рекламу в Инстаграме. По ее вот этим гневным фотографиям понятно, что человек не любит свою профессию. Ну, не любит, хоть убейте, не любит. Вот зачем заниматься тем, что ты не любишь. Я заскринила, отправила своему парню. Мы поугарали вместе над этим. И он говорит, ни в коем случае не иди к ней. Вдруг она тебя там убьет, тем более дома. Иди только в салон, в проверенный. Мало ли что. Как же вкусно вот эти штучки. Мама выложит рецепт на iCookie. И там как раз таки и будет. Вот это блюдо называется чак-чак. Просто сверху еще нужно помазать медом. Но мне не нравится, когда с медом. Лучше без.
Кстати, насчет вот этой зелени. Мы когда жили в частном доме, у нас в огороде было куча зелени, и мы ее вообще не кушали. То есть мама сажала, это все там вяло. Мы были детьми и вообще, представляете, вообще не кушали зелень. А сейчас за деньги идем покупаем. То же самое в деревне у нас. Черешни. Целый огород прям. 10 деревьев черешни. Не едим, как только приезжаешь в Баку, ты понимаешь, хочу черешню. Хочу, не знаю, домашний мацони с черешней. Получается такой натуральный йогурт. Идешь и покупаешь по тройной цене. А еще хуже, когда я ехала в Россию к своему брату, я такая говорю: «Сархан, я хочу черешню». И он такой: «Ты достала уже, говорит, сколько можно жрать черешню, там дешевле, говорит, что приперлась сюда и черешню». Короче, не купил мне черешню. Сказал: «Иди ты в Азербайджан и кушай там черешню». Здесь же у нас черешня, знаешь, сколько стоит? Смотрите, как я легко просто беру и кушаю. Я смотрела видео, где китайский ребенок. Не знаю, китаец, японец, но, в общем, он так просто держал эти палочки, ему, наверное, годика 3 было. Кстати, одна из моих подруг, она хотела стать фотографом. И, в общем, купила себе камеру, причем очень хорошую камеру. Чуть слабее, чем у меня, но тоже ничего. Но, в общем, и получается, что к ним пришли дети из-за того, что у нас Новруз Байрам. Кстати, всех поздравляю с наступившим Новруз Байрамом. Пришли родственники со своими детьми. И она просила, кстати, чтобы вы написали свое мнение в комментариях. Просто интересно, как действует в такой ситуации. Вот что бы вы сделали? Они живут в двухэтажном доме, и получается, что один из детей просто взял и выбросил фотоаппарат, камеру. Через окно второго этажа она упала, разбилась и сейчас не работает. Как вы считаете, родители этого ребенка должны покупать новый фотоаппарат и отдавать моей подруге или нет? Ребенок сделал несчастный случай и все такое. Я, например, беру от себя, если бы мой ребенок сделал бы такую шалость, так скажем, да, во-первых, я бы его отругала, во-вторых, я бы купила новый фотик. Потому что на мой взгляд, это неправильно. Вот. А родственники их просто отругали своих детей и ушли, и ничего. То есть никто ничего покупать не собирается. Как вы считаете? Причем, знаете, это как закон подлости, он только купил фотик, и все вот это вот, карантин и все такое. Она ждала, пока это закончится, и начать вот заниматься фотографией. Очень хотела стать фотографом. Получается, пока это все заканчивается, уже ни фотоаппарата не осталось, ничего. Как вы думаете, что можно сделать в такой ситуации? Стоит ли прям требовать, чтобы они купили новый фотоаппарат? Я говорю, как ты допустил, чтобы твой фотоаппарат оказался в руках ребенка? Ну, говорят, типа ребенок хотел там фотографию сделать из окна второго этажа, он так получилось, что уронил, он упал на асфальт.
вообще всегда мне рассказывала, что родственники мужа, когда приходят дети, они вообще себя неадекватно ведут. Я много раз говорила мужу, что в конце концов они что-то дома сломают. Так и произошло. Некоторые родители очень много позволяют своим детям, особенно когда они не дома. Позволяют все, что угодно у себя дома. Но если вы в гостях, нужно вести себя крайне культурно и не трогать, по крайней мере, чужие вещи. Он говорит, я на первом этаже жарила рыбу. Я даже без понятия, где были дети, что они делали, как они зашли в нашу спальню. Она периодически фотографировала, и поэтому фотоаппарат постоянно был где-то под рукой. Я уже думала, все, у меня будет классная фотография, я вам ее про нее расскажу, пропиарю. Все-таки одногруппница как-никак. Вместе учились. Но сейчас она такая прям убитая, думает, что делать. Обязательно пишите ваше мнение. Что делать в такой ситуации? И что бы, например, вы сделали? Потребовали бы деньги или нет? В общем, на этом все. Спасибо, что покушали вместе со мной. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем пока.